Здравствуйте! Добрый день! Давайте поторможу. Ребята, как меня слышно? Давайте проверим звук. Здравствуйте! Тут говорят нам, что у нас притормаживает трансляция. Здравствуйте, здравствуйте, Оксаночка, здравствуйте. Слышно хорошо. А тормозит там что-то у кого-то, нет? Звук хороший. Ничего не тормозит. Видите, посмотри, тормозит, затормаживается. Видео нет. Наверное, все хорошо. Ну, неважно как. Вижу было. А что такое морозит? Я такого слова не знаю, морозит. Морозит в смысле холодного? Ну, хорошо. Здравствуйте. Немного тормозит. А что мы делали в прошлый раз, когда немного тормозило? Я забыла. Мы перезаходили или что? Или ничего страшного. Можно немножко громче. Смотрите, я сделала громче и сделала здесь громче. У нас за окном просто очень сильный дождь, поэтому, может быть, из-за того, что сильный дождь, интернет там и так далее. Хорошо, да? Ну давайте, круто. Ну давайте проверим еще раз, пожалуйста, с вами звук. Значит, кто меня хорошо слышит, поставьте, пожалуйста, от 0 до 10 что-нибудь. 10 это очень хорошо. Видео виснет. 580%, что слышно. А может, то видео, оно вам очень может и не, сильно не, и не надо, то видео. На видео буду только я, это не особо интересно. Нам главное, чтобы слайды были, не зависали. У кого виснет, попробуйте перезайти, ребята. Может, мне перезайти? Мне перезайти? Нет, сказали сидеть на месте. Хорошо. Ну что, тогда мы начинаем. Так а что вы на видео хотите увидеть? Хорошо. Добрый день всем, кто сегодня пришел к нам. Мне очень хочется поблагодарить вас за ваше время, за то, что вы его нашли, за то, что что-то почувствовали, именно поэтому пришли, за то, что мы сегодня с вами вместе. Мне хочется сказать здравствуйте, дорогие участники прошлого курса, вебинаров, те, которые встречаются с нами, которых мы любим, которые приезжали к нам, которые мы собираемся. Всем здравствуйте, потому что это так приятно, что здесь есть знакомые люди. Спасибо всем, кто поддерживает Женю. Ну, те, кто знает, о чем я говорю, спасибо вам. Женя, если ты будешь смотреть записи этого видео, то я вместе с тобой так же волнуюсь, как и ты. И все будет у нас хорошо. Спасибо девочкам. Вот они тебя тоже поддерживали, если ты будешь смотреть записи этого видео. Поэтому спасибо всем. Спасибо нашей команде, благодаря которой состоялась сегодня эта встреча. Это уже известные товарищи вам. Виктор Пичковский, начальник по всяким там техническим моментам. Лена Шейн, это наш организатор, которого вы тоже уже, наверное, знаете. И так, кто у нас тут еще? Светлана Тишкова, я не знаю, кто это такой. Алексея Сергеевича тоже не припоминаю, но вроде он тоже у нас чем-то помогает. Это шутка. Вот все четыре человека, которых вы видите высоко-высоко, это все благодаря которым это все происходит. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто сегодня первый раз меня видит, слышит или вообще случайно сюда попал. Шел куда-то, в соседнюю дверь, попал сюда. Антон, да, меня никогда не видит. Дима как? Вот, хлопцы какие-то новые. Хорошо. Неля. Не попал не случайно. Да, Антон, приятно, что ты пришел. Спасибо. Лариса. Кто еще? Все остальные меня знают, да? У нас только 5 человек новеньких. Да. Хорошо.
Те, кто уже был на такой презентации, я думаю, для вас, в принципе, многое будет уже новое. Поэтому, если вы хотите просто побыть вместе, то, конечно, оставайтесь, мы побудем. Потому что сегодня будут там некоторые новые элементы, которые мне хотелось внести в эту презентацию. Вот, ну, а для новеньких будет вообще, как помните, те, кто проходил, для новеньких это всегда ого-го, начинается такое непонятное что-то. И вам будет весело. Хорошо. Ну что, тогда мы с вами давайте начнем. А перед тем, как начнем, напишите мне, пожалуйста, как вы себя чувствуете прямо сейчас. Вы себя чувствуете? И если да, то как? Превосходно, сказал Андрей. Отлично, отлично. Угу. Молодцы. И легко, и хорошо, и отлично, и чудесно, и спокойно, и хорошо, и уютно, и радостно, и вообще очень важно. Бывало и лучше. Теперь это легко. Хорошо, а в кавычках «старички наши», вы как себя чувствуете? Ой, у нас сегодня однофамильцев тут даже куча. Или это большая одна семья? Угу. Ребят, событий будет всяких много. Помните, я предупреждала, ну, кто со мной знаком, что до середины 2016 года на Земле будет всего еще. Поэтому, кто высказал намерение это все пережить, он это, конечно, переживет. Мы с вами все в это время не случайно. Все это нашими душами когда-то было спланировано. Поэтому я приветствую вас сегодня, как тех людей, которые помнят и чувствуют себя, свою душу, и пришли сюда. Ну что, после 2017 года будет расцвет человеческой цивилизации. Так что подождем. Осталось недолго, большую часть уже переждали. Хорошо, ребят, напишите теперь, пожалуйста, что вас сюда привело, что бы вы хотели после этой встречи для себя. Всего это всего, всякого. Берите любое, не ошибетесь. Что бы вы хотели от сегодняшней встречи? По чудесам. Хорошего набраться. Реализовать и сформировать чудес. Хорошо, чудесам сегодня будут. Понять еще больше себя. Да, Валечка, здравствуй. Андрей, спасибо, что пришел. Да. Сашка наша дорогая. Наташка, Сашка. Все, всех не буду перечислять. Тут все родные, близкие. Хорошо. А укрепиться на своей дороге. Если вы уже стали на свою дорогу, уже идите. Не надо уже на нее укрепляться. Идите просто. Берите ответственность и идите. Оксана. Батьковна, это я вам. Угу. Анжела, привет. Угу. Ну вот, сестры, братья, все здесь. Ну что ж, тогда поехали. Вы все изменений, как хотите, чудес, предвкушений. Хорошо. Саша в гости пришла. Понять, каких я хочу чудес. Ой, Наташа пришла. Вот наша фиолетовая фея, рыбная, морская. Посмотрите, как она. Это не платье, это кофта. Зимняя махеровая. Хорошо. Ну, тогда поехали. Все готовы? Выразите, пожалуйста, готовность, кто со мной сегодня идет дальше. Поставьте плюс, кто готов. Ну, силой же я не могу тянуть людей абы куда. Надо спросить их готовность. Потому что если на какой-то улице происходит разврат, крайне важно знать на какой. Знаете такую шутку? Поэтому, если уже идти, то вместе. Вы все поете. А, вы все поете. Добро. Хорошо. Ну что ж, тогда прошу перевернуть слайд. Мы сегодня с вами встретились на мой взгляд, неординарной презентации, где я расскажу вам все, что я насмотрелась о людях, о жизни за свою жизнь. Ну вот, пожалуйста, уже предложение, если что, вот там уже внизу уже предлагают. Как это?
Кофе и коктейли разносить. Хорошо. Ну, давайте познакомимся. Те, кто сегодня впервые меня слышит и видит, те, кто меня, возможно, не знает, но с этого ракурса еще не видел, я вам представлюсь, конечно. Меня зовут Света Тишкова. Наверное, многие пронаблюдали там в соцсетях, на Фейсбуке, ВКонтакте какие-то мои там творческие деятельности, да? Что касается меня, то я двукрылая, не в смысле ангел. В смысле, одно крыло образование, второе крыло просто человеческое. И слава богу, я научилась это отделять, где образование, где человеческое. Это иногда очень разные вещи. Так вот, если говорить про мое образование, их у меня очень много, и я порой даже их не озвучиваю, чтобы не пугать народ. Семинограмотная я была, теперь я склоняюсь больше в сторону человечности. Поэтому мне приятнее себя считать просто человеком. Ну, конечно, психологом, там чего-то там, но в первую очередь я человек. Человек, который тонко чувствует других людей. И чтобы это было, чтобы это происходило, чтобы это проявлялось, у меня, конечно же, есть нечто, которое называется душа. Что такое душа? Мы с вами вряд ли узнаем когда-нибудь, что это на самом деле, но очертания, что это такая душа, будем иметь в виду. Вот у меня что-то такое есть, благодаря чему я слушаю людей. То есть я их могу не видеть, но я их могу очень хорошо слышать. И когда вот эта слышимость, душевная проводимость есть, тогда и все видно. То есть не надо сначала видеть, а потом слышать. Достаточно сначала услышать, а потом оно все увидится и проявится. У меня уже добавился один интерес, да, было три, стало четыре. Первое. Я наблюдаю жизнь. Считаю, что это самое главное, для чего я вообще на этой планете нахожусь, наблюдать жизнь. Не особо мне вмешиваться, но наблюдать. Люблю наедине быть с миром. Люблю свободу, легкость, независимость. И люблю жить, просто жить. Если эти интересы вам созвучны, то тогда нам по пути. Если у вас интересы другие, то, возможно, я вам не очень-то и нужна на вашем пути. Поэтому, если чувствуете звучание, пойдемте, пройдемтесь, пожалуйста, дальше. Мы все в жизни ищем кто чего, да? Кто денег побольше, кто партнера в любви, в семье, кто успехов, кто карьеры, кто каких-то вершин еще достигать хочет. Все ради того, чтобы увидеть нечто такое, что вдохновит и даст ощущение смысла жизни. На мой взгляд, ощущение смысла жизни может дать только одно. Это ощущение, что ты легкий и ты живешь именно свою жизнь. Это самое прекрасное, что я видела в этой жизни. Самое прекрасное, что я видела в этой жизни, это свободных людей. А свободный человек – это, на мой взгляд, тот, который говорит: «Это моя жизнь, я ее обожаю». Вот это свободный человек. Консультации я напроводилась уже много, то есть уже там более полторы, как это сказать, 1500, может уже и больше, это старая информация. Ну, каждый день у меня по около много людей, короче, переворачивается по скайпу, в поликлинике и так далее. Поэтому насмотрелась я уже тоже на всякое. Живых программ, которых провела в группах живых, более 500. То есть достаточно уже такая, мешочек есть за плечами, поэтому с вами я сегодня его снимаю и перехожу на круги своя заново, рассказывая вам такие вещи, которые, в принципе, для которых опыт не нужен. Дима не понимает, зачем я это имею. Ну вот давай мы с тобой, Дима, пройдем до конца, и ты уже увидишь, для чего ты на земле. Хорошо. Не торопитесь, очень многие вопросы, которые будут возникать, на них вы сможете ответить уже в конце встречи, если просто меня прослушаете. Многие люди, которые сегодня здесь, это люди с такими смятенными душами. Вот я сейчас это чувствую. Люди, которые ищут ответы. И есть очень много здесь людей, которые устали искать эти ответы. Поэтому вы посидите до конца, кто впервые на этой презентации, и вы найдете многие ответы. Вы очень много увидите, знаете, как будто вы на крыше дома и смотрите вниз. Многие из нас видят мир из первого окна первого этажа. А можно залезть на дом и посмотреть сверху. Вот вы увидите сегодня сверху. Итак, человек, и у человека есть только его жизнь. Больше у человека ничего не бывает на самом деле, да? Есть только его жизнь.
Давайте разберем, почему я отделила эти понятия. Так, что у меня тут зависло? У меня тоже отвисло. Но почему-то через какое-то время начинаются пузырьки на экране. Это нормально? Или надо было отключить эти пузырьки? Как мы с вами... Давайте посмотрим честно, откровенно и, самое главное, по-взрослому на то, что я вам предлагаю. Почему я вам предлагаю на это посмотреть? Вы знаете, я скажу вам прямо сердце в сердце. Когда ты что-то не можешь не сделать, ты ничего не можешь сделать, чтобы это не сделать. Ты должен сделать то, что от тебя просит жизнь. И, возможно, я не с большим удовольствием там, прискакала на презентацию, чтобы прям рассказать. Я прискакала на презентацию, потому что на каблуках, только потому, что мне нужно это сказать тем, кто готов это слышать. И тем, кто готов это разделять, чувствовать, понимать, потом склеивать, потом оформлять и сотворять в конце концов. Мне это сказать нужно. Через меня это говорится. Поэтому те, кто ждал этого, кто хотел понять, о чем я говорю, задавайте вопросы, если будут. Задавайте вопросы прямо по ходу. Знаете, есть такое выражение, что когда время приходит, идея не может не реализоваться. То есть у каждой идеи есть обязательно время реализации. И если эта кнопочка нажимается, то идею нет никакой силы, которая может остановить эту идею, потому что это импульс Вселенной. Да? Поэтому этот импульс, хотите не хотите, но мне придется проводить сегодня. То есть поэтому платье одела такое нарядное. Чтобы, если будете скучать, то глядите на платье, будет веселье. Кроме того, почему я буду это все говорить? Я же самое интересное сказала. Потому что я последние 5-7 лет, всего я 15 лет работаю с людьми, 5-7 лет я работаю суицидологом и психосоматологом. Ну, представляете, что это за работа такая? Суицидолог – это когда люди вешаются, травятся, и нужно их остановить, и чтобы они больше это не сделали, или тогда, или отговорить, да, как-то, или как-то посодействовать, да, тому, чтобы он жил дальше. Психосоматолог – это человек, который берет любую болячку и разбирает ее по косточкам, чтобы вылечить ее без лекарств. То есть я постоянно имею дело с той стороной жизни человека, которую вы на улицах можете не заметить, которую можете не заметить в каких-то местах развлекательных, домах, там еще где-то. Вот именно в моем кабинете происходит кухня. Да? Я вижу боль всю наизнанку, то есть человека наизнанку. Поэтому все это накопилось и собралось, и мне есть действительно, что вам рассказать. Мы с вами все ищем ответы на вопросы «как?». Как стать богатым? Как стать счастливым? Как стать любимым? Как стать здоровым, как стать свободным, потом как стать зависимым, потом как стать опять свободным и так далее. Вопрос «как», на мой взгляд, это отрезвляющий вопрос, и ответ на него – это отрезвляющий ответ. Почему? Потому что ответы на вопросы «как» – это есть мост, по которому человек ходит на любой берег, выбирает любой берег в своей жизни и переходит. Если моста у вас нет, вы можете орать, кричать, прыгать, спотыкаться на берегу. На другой берег мы не переберемся никак. Поэтому я посвятила свою жизнь ответам на вопросы «как?». Как сделать то, что человеку надо? Как это сделать быстро? Как это сделать хотя бы как-то красиво, а не только быстро? Потому что операцию можно сделать быстро, но шов останется ужасно, согласны, да? На мой взгляд, вот это все «как?» и привело меня туда, где я, в какой точке осознания жизни я сейчас и нахожусь. Почему все молчат? Я уже аж смутилась. Все ушли? Это само себе говорю. Хорошо. Мне кажется, я много румян намазала. Ну ничего. Я не знаю, что я в этих делах не разбираюсь. А, заслушаю, слухаю. Хорошо. О, Сережа, здравствуй. Вот у нас тоже сейчас серьезный дядька пришел. Я думаю, что вы не будете отрицать, что вы человек. Нет, конечно, у вас есть
сторонами человеческой, у каждого есть такая сторона. Но, по сути дела, мы с вами контактируем как человек с человеком, да, по большей части. Ой, как хорошо люди еще тут. Поэтому давайте я вам расскажу про одного человека, в котором большинство из вас узнает самого себя. На свете жил-был один человек. Неважно, какого пола, мужского, женского или даже среднего. Он родился и воспитывался, как все, приказами, нелюбовью, ограничениями. Он учился в школе, потом в институте, потом работал на нелюбимой работе. Потом он часто простужался, у него начала болеть спина, начинало прыгать давление, портиться зрение. Почему? Потому что человек не знал, что он живет как будто бы во сне. То есть он не знал, что он не живет своей жизнью. Никогда никто не рассказывал ему, что есть жизнь, которую он пришел сюда, чтобы прожить. Таким образом, он жил долго. В одной реальности он дожил до 40, во второй до 60, в третьей умер 20, в четвертой 150. Но ни та реальность, ни та вероятность не были полностью захватывающими и интересными для него. Однажды этому человеку приснился сон. Сон, который мы с вами многие видели, чувствовали и проживали. Сон, из-за которого просыпаться не хочется. Человеку снилось, что он летал. Он видел свысока горы, моря, города. Он чувствовал, как его намерения сбываются в секунду. Захотел усилить скорость полета, она усилилась. Захотел присесть на краешек скалы, присел. Он дышал полной грудью и любовался красками этого мира. И для счастья ему было этого достаточно. Свободное любование красками мира – это и есть свобода. И человек проснулся в слезах. Ведь он никогда раньше в жизни за болью в спине, за испорченным зрением, за прыжками давления, он никогда не чувствовал таких легких переживаний. И с того дня человек стал другим и стал жить по-другому. Он стал себя искать. Он стал искать себя легкого и счастливого. И он однажды осознал, что бросил сам себя где-то в начале жизни. Но бросил только потому, что ему как-то помогли это сделать. Не нарочито, но помогли. Большинство людей не живут только потому, что они не знают ответа на вопрос, а как это жить? А что это жить? А через куда это происходит? А чем-то чувствовать эту жизнь? Потому что все мы привыкли жить вот этим органом. Все ответы на вопросы «как» они известны. И они известны уже давно. Но их не то, что скрывают. Они валяются за ненадобностью. А все пробегают галопом в одной стае и топчут эти ответы. Поэтому эти ответы остаются просто неиспользованы. Недавно моя коллега рассказала мне такой случай. Подхожу я, говорит, к лифту. Возле лифта стоит мужчина и девушка. Подхожу я. Вдруг она услышит, Лариса Владимировна, я вас люблю. Захожу в лифт, заходят мужчина и девушка. И тут мужчина говорит, а вы слышали, в нашем доме отключили воду. Мы теперь будем без воды. Девушка ужаснулась. Как это отключили воду? А моя Лариса Владимировна сказала, ну и что? Это же очень интересно жить без воды. Пока они ехали до 9-го этажа, мужчина нашел сразу общий язык с девушкой, и никто не обращал внимания на мою Ларису Владимировну. Почему? Просто жить можно, но у нас люди не знают, как это просто жить. Почему мужчина с девушкой нашли очень быстро общий язык? Не знаете почему? Потому что у них было общее несчастье.
Потому что оба не знают, как это можно прожить 3 часа без воды. Да. И она мне пришла рассказывать, и говорит, вы представляете, коллегам, большинство людей готовы всеми силами поддерживать тяжелые вещи, страдальческие вещи, но никто не умеет поддержать эту частоту импульсную, при которой можно разрешить все вопросы, поддерживая совсем другую волну существования. И нам очень с вами кажется, что это легко. Позитивное мышление – это неправда. Это невероятно сложно, если не знать как. Да, на одном уровне. Им было очень хорошо, да. Их объединила страдальческая новость. Понятно, если новость действительно трагическая, она в хорошем смысле объединяет. Но здесь, согласитесь, разговор не стоил вообще, чтобы быть поддержанным. То, о чем нам не говорят. Теперь послушайте меня, как я прошу вас, как профессионального психолога, который каждый день соприкасается с судьбами абсолютно разных людей. Это я вдруг посчитала, сколько в месяц я переворачивается судеб вообще в моем кабинете. Я так отвлеклась и посчитала, сама ужаснулась. Так вот, смотрите, большая часть людей болеют неврозами. Мы с вами с детства надрессированы быть невротиками. А если вы будете это отрицать, то хуже будет только вам. Потому что я объясню сейчас, что такое невротизм. Если говорить о цифре, я вам скажу прямо, это цифра более 90%. Более 90% у людей проявляются невротические симптомы. Особо тяжело в случаях, конечно, углубляется симптоматика, и человек вообще выходит из строя. Что значит выходит из строя? Он не может спокойно работать, он не может спокойно спать, он не может медленно, красиво есть, он не может без мысли слушать другого человека, он не может общаться, получая глубинное удовольствие от любого общения в нашей жизни. Основная причина – невроза. Невроз – это саморазрушительное поведение. Основная причина смерти людей – саморазрушительное поведение. Представьте только, мы сами разрушаем себя раньше времени. Мы сами отбираем у себя жизнь. Что такое саморазрушительное поведение? Основная причина, когда свободное течение человека изнутри наружу прерывается, то есть разрывается. Я вам объясню сейчас, как я люблю по-колхозному, чтобы было понятно. Смотрите, наглядный пример. Ребенок чувствует, сейчас кто узнает себя в детстве, поставьте просто честно плюс. Ребенок чувствует проходящую через себя жизнь. Начинает шуметь, дурачиться, да, он начинает кувыркаться, ползать, корчиться, делать так, как ему нравится. Тут появляются мама и папа и говорят, не шуми, не злись, это некрасиво, что скажут люди, будь умничка, я тебя буду любить, если ты будешь послушной и так далее. Из-за этого обращения происходит внешнее прерывание движения жизни изнутри. Родители это движение, вы только подумайте, вот это естественное жизненное движение родители называют словом «плохо», что это не нужно делать. То есть с детства нам говорят, что жить по-живому – это плохо. И ребенок учится обозначать это «жить по-живому» как плохое, и со временем сам начинает это рвать. Он начинает сам себя по привычке прорывать, разрывать на части. Когда я работаю с людьми по какой-нибудь интегральной методике, я просто скажу вам колхозное слово. Охереваю просто, сколько войны внутри каждого человека. Войны непрекращающиеся разных его частей. Одна часть хочет любить, другая боится. Одна хочет
похудеть, другая хочет потолстеть, третья часть хочет одиночества, четвертая хочет на работу, пятая хочет быть богатой, шестая боится богатства. И это все в одном человеке. Как может жизнь человека звучать в единстве со всей жизнью, если она вся в лоскутах? Она вся разорвана, она похожа на флаг, измотавшийся на ветру, как сказать слово? Состоящий из лоскутков. А теперь внимание. Это прерывание останавливает всякое познание жизни и развития. А теперь внимание. Если вам кажется, что вы развивались все это время, искали себя, работали над собой, вам это кажется. Потому что вы постоянно ходили одними и теми же кругами. Вспомните, проконсультировались где-то с кем-то, куда-то сходили, с кем-то поговорили, день-два хорошо, на третий опять. Все. Опять хреново. Опять ищем дальше. Этот крысиный адский круг и показывает человеку, что он в неврозе. Такой человек уже не способен, естественно, получать нужную ему информацию от живых источников жизни. То есть его поток жизни разорван, как он может услышать жизнь? А теперь внимание, как он может просто жить? Ребята, совместите эти вещи. Человек, оторванный от жизни, просто жить, просто так жить не может. Да, конечно, как белка в колесе, но как же? Почему у нас рано умирают? У нас истощение организма просто от этих бегов крысиных бесконечных. Уже к 50 лет. Мужчины вообще вон ложатся после 50. Женщины еще как-то до 70 дотягивают. Потому что у мужчин вообще в голове, чем быстрее я бегу, тем лучше. Чем больше я делаю, тем лучше. А это смертельная программа. Спасибо. Да, Анжела, это наша участница прошлого курса. И смотрите, что происходит. Человек начинает искусственно познавать мир через знание, через сюдой. И получается замкнутый круг. Ему кажется, что он учится, развивается, но он только в пределах адского колеса. За колесо он уже оторван от жизни, он уже не может быть за колесом, ну никак не может. Потому что он уже научился себя постоянно прерывать. Как только он чувствует живую жизнь, он сразу останавливает. Вы представляете? Да, нужно тому куда быстрее. Ну вот, пожалуйста, современный человек 21 века, замученный информацией, замученный мотивацией к морковке, которую вы никогда не можете вообще не достигнуть, но бегать будете всю жизнь. То есть он живет в гробике самого себя. Вот эта картинка великолепно показывает, кто мы с вами. Если вы сейчас почувствуете агрессию на мою информацию, то это вообще ваш случай. Да, консервы. Мы с вами консервы по большей части. А теперь самая какашковая в этом всем следующее. Нервная система такого человека переходит на импульсы страдания и импульсы загнанного зверя. И не загнанным зверем жить мы почти не можем. У меня были такие клинические случаи, когда оставался один шаг просто до счастливой жизни, и нужно было просто в нее шагнуть. Психика человека делала все, там ломала ему руки, ноги, там делала ему там пожары, еще что, чтобы только этого не случилось. Мы настолько боимся жить в свободе, потому что на вопрос, как жить, просто жить, мы не знаем как. На вопрос, сейчас отвечу. Был вопрос, да, может, в конце будем отвечать. Сейчас отвлекусь на комментарии. Ой-ой-ой. Прости за вопрос, про Женю вначале было, про мастера свободы. А вы можете просто вопрос написать. Ангелин, я же сейчас, если буду все крутить, отвлекаться, мотаться, то и вопросы я буду долго искать. Напиши мне просто вопрос.
Вопросы, как стать самостоятельным, можно ли картинку? Дайте картинку, Алексей, людям, отдайте. Короче, Ангелин, пиши вопрос, я тебе отвечу, бо я не знаю, где вопрос. Что мне намотать долго? Про Женю. А что про Женю сказать? Это не вопрос. Это... Нет, Ангелин, нет. Это про другую, это про девочку Женю. Я в живом клубе о ней писала. Ангелин, ты почему-то в живой клуб не заходишь? Ты заходи, там другая информация есть, нежели в масках. Это там посмотришь. Так вот, поехали дальше. Картиночку показала вам дальше. Не, Ангелина, это не выражение. Так вот, импульсы человека, который перешел на страдальческий ритм жизни, то есть на свободное творение, отсекаются за ненадобностью. А теперь внимание. Вот внимание, просто внимание. Представьте себе, что рядом вот будет стоять возможность вашего счастья, а вы ее сами же и уберете, если ваши частоты не совпадают с возможностью счастья. Потому что ваша психика испугается этого варианта и сама его уберет. Вы можете себе представить? И все тренинги, которые мы можем проходить, мы берем только то, что можем проживать. Все, что связано со счастьем, со скрипом нам дается. Потому что это не из глубины человек делает, а с какого-то пласта себя. Если делать что-то из глубины себя, из истоков себя, то тогда эти частоты можно услышать. Я сейчас буду говорить дальше. Ну и все, и человек на импульсах страдания начинает угасать. То есть жизнь в нем начинает угасать при всех возможностях мира. Представьте, при всех возможностях мира жизнь человека начинает угасать. Это можно увидеть везде сейчас в мире. Не кажется ли это глупостью вообще? Да, на моих программах случайных никогда нет. Либо да, либо нет. Давайте сделаем практику, чтобы не быть голословной, чтобы не говорить непонятные вещи, давайте сделаем следующее. Итак, проследите за своим дыханием. Обдумайте любую информацию, которая у вас есть о себе. Подумайте, я там женщина, мужчина, я такой-то, раз такой-то, там-то работаю, то-то хочу и так далее. И некоторое время наблюдайте эту информацию. То есть просто дайте ей вас проявиться. Теперь осмотритесь и допустите, что не только у вас есть информация о вас. Информация о вас есть во всех предметах, которые вас окружают. Стульчиках, чашечках, цветочках, подоконниках, окошках, дверках, стенках, люстрах. Во всем внутри есть какая-то информация о жизни. Это вы, думаю, отрицать не будете. Жизнь – это есть вы. То есть у каждого предмета есть информация о вас, как ни странно. Теперь прошу вас, кто закрывал глазки, открыть и посмотреть в комнате предметов, на предметы, в которых есть информация о вас. Как бы станьте любым предметом и посмотрите на себя. Станьте каким-то предметом, посмотрите на вас, что нового вы в себя увидели. Вы увидите, что вам станет интересно, любопытно. Интересно, как это я выгляжу в глазах чашки на столе? И вот представьте, это есть маленькая частичка детского интереса к жизни, который вы потеряли. А вот так человеку важно жить каждое мгновение, то есть смотреть глазами разных частей мира на себя.
Благодаря этой простой вещи можно почувствовать себя неоторванным. Да, вот ответ. Появляется новая грань себя. Не замкнутая в футляре человека, которого вы только что видели, а та грань, про которую вы даже не догадывались. И все мы оторваны друг от друга и от мира вот этим, своим заключением, какое оно уже давным-давно статично. А если посмотрите глазами разных предметов, вы будете абсолютно разные у всех. Вы ни у одного предмета не будете одинаковы. Вы представляете, какой потенциал жизни кроится и кроется в вас и во всем снаружи, как это может вас преобразовать в секунду, в кого хотите, если бы вы умели этим пользоваться. Если вы будете хотя бы эту простую вещь делать часто, уже почувствуете такие моменты живой жизни потихоньку впускать в себя. Если человеку сейчас сразу открыть его жизнь, дать ему все возможности, он свихнется в чем-то. Поэтому если рыбка жила в грязной воде, а ее переносят в чистую, она сдохнет. Хотя чистая вода полезная, красивая и так далее. Понимаете, о чем я? То есть надо потихоньку разбавлять воду, убирать грязную, потихоньку добавлять чистую. Сейчас, хотя подождите, давайте побеседуем, может есть какие-то вопросы или уточнения, или комментарии. Напишите. Три минутки отведем на это, потом расскажу дальше. Видите, вас, кажется, все любят. Абсолютно верно, Люда. Вот эти разноцветные волны есть ты. Отлично. Ну что, если хотите что-то спросить, спросите, не хотите, продолжим. У меня чудеса в жизни в последнее время, а сегодня сон приснился с ощущением прошлой жизни. Печалька. Это что, откат? Ты понимаешь, что ощущения прошлой жизни, ну, были не очень приятные, да? Я так понимаю. Но если это можно назвать откатом, то может это откат. Эмоциональный просто откат. Катя, это эмоциональный откат? Эмоциональная сфера у человека, она вот такая вот. Сегодня хорошо, завтра плохо, сегодня хорошо, завтра плохо. Человек в настоящее время уже может не жить на ресурсах эмоциональной системы. Он может, вот эмоциональная система у человека вот здесь, а человек может жить уже глубже под эмоциональной системой. Просто нас тоже этому не учат, нас учат управлять эмоциями. Ну, это все такая временная фигня. Ну, поуправляли вы эмоциями, через неделю опять в разнос может все пойти. Тут надо просто идти за этот слой, эмоциональный слой, потому что эмоциональный слой, он... Толку никакого от него, если честно. Это, знаете, как выхлоп от ума. Поэтому не думай про это. Солнце. Когда нормальный человек попадет туда, где живут горбатые, то горбатые скажут, что прямой человек, ну да, да, готов. Как отличить фантазии, это о предметах, или это они так смотрят, видят и думают. Ангелиночка, если к тебе это пришло в голову, неважно, фантазия это, или это и реальность – это одна из вероятностей. Все, она развернулась перед тобой, значит, это твоя все. Ну, самое нужное в этот момент. Не отделяйте фантазию, не фантазию. Оно пришло, это вероятностный мир, он вам проявил. Значит, это должно быть проявлено. Нестабилен, спасибо, здорово про горбатых. Дальше. Ребята, сейчас новое время. И это не сочинялки по интернету, что новое время, меняются магнитные полюса, открываются порталы. Это не фигня. Но время действительно, ну не время, а как это? Планета, что ли. Потому что, в принципе, это времени, пространства его нету. Вот умственная планета людей, она вся меняется. Жизнь, да. И вот эта умственная, я называю умственная планета, она человека уже ждет. Она ждет свежего, обновленного взгляда на жизнь и вообще на мир, и на себя. Вы это уже чувствуете, это все чувствуют. Посмотрите на природу, посмотрите на ситуации трагические, травматические в мире. То есть перетрубация, если говорить по-колхозному, она идет. Думаем мы про это или не думаем, это все равно идет.
Вот этот курс, про который я вам рассказать хочу и рассказывала, это как трансформаторная будка, которая новые частоты планеты трансформирует в новые частоты вот этой обновленной жизни человека. Знаете, да, если трансформаторной будки нет, и пустить на деревню высоковольтные разряды по проводам, будет пожар. То есть если человек не адаптирован к этому времени и не знает фишек основных, куда их приложить к себе, будет пожар. Что такое пожар? Случится либо трагедия, либо травма, либо болячка, либо почему так много людей умирает, там погибает. Это люди не адаптированы к этому времени. Поэтому вот этот курс, про который я вам буду рассказывать, это как трансформаторная будка. Да, Лариса, да, конечно, всегда. Это один из вариантов такого вот трансформационного видения чувствами. Это дает человеку новое качество жизни и переводит нервную систему в режим радости. Режим радости – это единственный режим, который сейчас будет приниматься на планете. Если вы не в режиме радости, вы не соответствуете. А как мы можем быть в режиме радости, если мы даже не знаем, как в жизни это постоянно в себе носить? Вот как? Девочки, которые после курса тут уже есть, да? У вас результаты начнут еще через полгода разворачиваться по-настоящему. Сейчас нервная система нормально перейдет туда, куда надо и как ей надо. Вот после Нового года вы ждите, в вашей жизни появится очень много интересного. То, что еще люди будут не видеть, не понимать, у вас уже это все появится. Это вот про светлый комментарий. В конце концов, когда человек в режиме радости, тогда он может сотворять. Во всех остальных случаях человек умственно мертв. Теперь информация, которая вот была передана буквально недавно, пару дней назад, я так быстро ее вставила в слайд, чтобы она не потерялась. Про всякое наше бессмертие, которое нам везде обещают, рассказывают и так далее. А перейти сразу на режим бессмертия – это великая глупость, согласитесь. Если сразу сделать вас бессмертными, представляете, что будет твориться на планете? Вот скажите мне, если человека перевести в режим бессмертия, что случится? Я буду знать, что я никогда не помру. Или помру, когда хочу. Что будет происходить сейчас, если людям дать эту возможность? Хаос, бардак, да. Население, и земли. То есть что будет? Будет неконтролируемая глупость. Есть контролируемая глупость, а и будет неконтролируемая глупость. Потому что сейчас, ну сейчас уже поменьше, вот если пару лет назад взять до 2012 года, то суммарная сила умственного потенциала человечества превосходила в разы того потенциала, который по развитию ума должен был быть. То есть люди бы уничтожили все к чертовой матери. Именно поэтому не происходит никаких апокалипсов, как прежние, да, мы знаем, в исторические моменты. Потому что сейчас дана возможность совсем по-другому это все пережить. И будет вам бессмертие, но сначала дается человеку прототип. Да. Смотрите, следите, пожалуйста, за моей мыслью. Когда человек что-то начинает творить, в хорошем смысле, творчествовать, создает что-то такое, чего он сам кайфует, он начинает видеть себя по-новому. Ставьте плюс, кто согласен. Если я нарисовала картину, я смотрю на эту картину, хожу и понимаю, что это я нарисовала. Я? Оказывается, я так могу нарисовать. Я, оказывается, еще и такая. У меня, оказывается, еще и такая грань есть. Согласна. Смотрите, каждый раз сотворяя что-то по-новому, живя по-новому, кушая по-новому, разговаривая по-новому, ходя как-то по-другому, какой-то другой дорогой и так далее. Вы всегда видите себя по-новому. Бессмертие – это что? Это обновление долга постоянно. То есть вы автоматически, сотворяя что-то в своей жизни,
Приобретайте эту, ну, в кавычках грубоватое слово, энергию. Бессмертие. Почему творческие люди очень увлекательные, очень интересные, очень свободные, хотя всем они кажутся многим шизофрениками, да? На самом деле, посмотрите, все великие люди, они были, те, кто по-настоящему был гениален, они были гениальны действительно во всем, потому что они раскрывали себя и раскрывали и раскрывали. Физическое бессмертие человека невозможно без бессмертия творчества. Невозможно. Почему у нас в обществе такой откат? Потому что люди перестали творить, они стали технетизированы. Они стали техниками большинству. А мир просит право полушария ему открывать. А мы не можем, у нас же все интернет, все на кнопках, все просчитано, все по программам, все там, мы знаем, как оно, что загрузить, перезагрузить. Так мы с людьми уже это делаем, манипулируем, знаем, просчитываем реакции, там, бизнес-тренинги проходим, тренинги продаж, где надо сформировать бляха запрос, потом надо предложением как-то, там что-то целая история. Почему я в свое время отказалась от бизнес-тренингов? Да, я тоже имею и такое образование, но я провела 3 тренинга, сказала, Господи, уведи меня от этого. Так вот теперь, творчество, то есть, читая бессмертие, раскрывается тогда, когда нервная система человека работает в режиме тихая радость. Тихая радость – это, если перевести в ощущение, это частота импульса современного здорового и счастливого человека. Но какая тихая радость может быть, когда мы отрезаны от жизни, мы не знаем, что такое тихая уже, и не знаем, что такое радость. Тихая мы не знаем, потому что интернет, куча мыслей, мы научились думать, там шум в голове вот такой. А радость это вообще для нас что-то, порадуйся, не дай бог порадуюсь, что-то случится завтра, сглажу, там еще что-нибудь, понимаете? Мы с вами вообще чужеродны этой частоте тихой радости. И вот кто на моем курсе был, да, вы заметили, что мы вас тихонько вот на эту частоту переводили. Девочки, которые были на курсе, вы можете сейчас сказать, что вы знаете, что это такое? Порадоваться, но не беситься от радости, а вот тихо радоваться. Те, кто начал творить что-то писать, они уже это знают. Это в творчестве происходит. Да, Анжела, спасибо. Да, вот это наши девочки. Вы заметили, что я всегда прошу вас, сделайте свое, нарисуйте, напишите, станцуйте, спойте. Это же не просто я это вас прошу сделать, я вот для чего, понимаете, вас это просила делать. Вот девочки пишут, которые были. Да, действительно. Это другая радость, чем была та, которую у нас истерически научили, да? И этой тихой радости почему-то по какому-то, я не знаю, вот шутке вселенной нас как раз-таки с детства и лишили. То есть то, что нам сейчас надо в жизни больше всего, мы этого лишены. Можно и на природе. Но люди возвращаются с природы, начинается все то же самое. Давайте проверим тогда. Насколько мы к этой тихой радости близки? А, тихая радость – это не удовлетворение. Удовлетворение – это скорее наполненность. А, умиротворение. Умиротворение? Понимаешь, Оксаночка, смотря… Ой, да, что ты понимаешь под словом… Может, у нас с тобой разное понятие умиротворения. Если ты мне объяснишь это как чувство, что это за чувство, да, еще разложишь его, я, может быть, тогда прокомментирую целиком. Но умиротворение у каждого по-своему. У кого-то умиротворение – это прелюдия в сексе, у кого-то это оргазм, у кого-то это после оргазма, понимаешь? Смотря какое умиротворение ты имеешь в виду, если говорить так, ну, так, ну, конкретно. Если в мире творение, то близко, да. Андрей там что все садит, вырывает, пишет, читает. Гармония тоже у нас понимает по-разному.
Ест яблоко. Взял бы вот кусок, отрезал, засунь в компьютер, светит. Так ест сам себе яблоко. Что за Сергей? Да, свечка кудрявца, конечно. Вы же после курса, у вас уже эта часть, это есть. Тихая радость, полное удовольствие жизни, всем ее проявлением. Да, конечно, абсолютно согласна с Ларисой. Кто у нас полностью доволен всеми проявлениями своей жизни, поставьте плюс полностью. А, нет, Бато, вот про распускаются цветы, это не тихая радость, это такое, знаешь, состояние близкое к вдохновению, к восхищению. Немножко не так. Так, сейчас быстренько почитаю. Тихая радость от того, что когда жить. Да, Саша, ну ты знаешь, Саша тоже знает про творчество. А что именно за вопрос? А как, ты про что? А, яблоко. Это я просила яблоко. Так, что-то я не поняла. Плюсы, минусы. Это про что? Ну ладно. Не знаю. Давайте сейчас будем плюсы и минусы ставить. Смотрите, если у вас есть все 7 пунктов, которые на слайде, то вы уже готовы к тихой радости, готовы к частотам нового времени, все будет хорошо. Первое. Поставьте, кто по большей части времени радостен. Допустим, 24 часа в сутки. Ну, 18 часов вы точно радостны. Не снаружи, а внутри. Поставьте плюс. Кто такой есть? Юля есть, Нелли есть, Саша есть. Света есть? Андрей есть? Есть. Так, много, молодцы. 18 часов подряд вы радостны. Хорошо. Второе. Полные силы. Когда у вас их на все хватает, что вы сегодня задумали. И вечером, все нормально, все опять такой же, как и утром. Ложимся спать не потому, что устали, а потому, что хочется перейти в другое ощущение себя. Так, есть силы, хорошо. Третье. Жизнь интересна в любых проявлениях. В любых. Вот букашка ли ползет, листочек ли трепещет, джип крутой ли ездит, самолет ли летит, старый ли дом стоит, новый ли дом стоит. Какая разница? Вот интересно. Бомж ли сидит, пахнет ли плохо в помещении. Вам тоже интересно. Здоров полностью. То есть, ну, что значит полностью здоров? Вы обращаетесь в поликлинику раз в 3 года с простудой или в 5 лет. Раз в 5 лет с простудой. И у вас ничего не болит. Переломом. А теперь смотрите, это я вам расскажу уже как врач, да, с разных сторон вам могу сказать. Если вы хотя бы один раз в год обращаетесь к доктору или у вас что-то серьезно болит, вам надо к психологу, однозначно. Потому что здоровый человек в поликлинику вообще редко попадает, раз там 5-10 лет. Хорошо. Дальше. Денежки есть на все, всегда и столько, сколько хотите. И зарабатываете вы их на личном творчестве. Что это плюсы перестали идти? Не пошли, пошли. Хорошо. Пятый минус, да. Шестое. Личная жизнь. Отношения с партнером легкие и приятные. Вы готовы взять ответственность на себя за отношения, он готов взять или она ответственность за себя в этих отношениях. Вы никогда не ругаетесь, не спорите, не вздорите. Можете по душам каждый вечер поговорить, можете поддержать друг друга. Хорошо. И седьмое. Люди вас вообще не раздражают, они вам нравятся. В мире все комфортно, красиво, и вам ничего не мешает наслаждаться вашей жизнью. А теперь контрольный вопрос. Честно, напишите, кто врет себе, отвечая плюсами на все вопросы. Кто слукавый? Есть такие, кто честно знает? Дима, браво.
Дим, Дим. Теперь ответьте те, кто действительно уверен, что не врет по всем пунктам. Напишите, зачем вы пришли на курс чудес, на презентацию. Смотрите, и сразу, не-не-не-не, у меня там чуть-чуть, тут чуть-чуть, не-не-не-не-не-не-не. Вот так у нас и жизнь проходит. Мы встречаем подругу и говорим, о, не, у меня все хорошо, а ночью лежим и рыдаем в подушку. Спрашивается, нахрена вы врете сами себе? Сейчас посмотрим дальше. Значит, тихорадость. А зачем вам тихорадость, если у вас все пункты в порядке? Я вот не понимаю. Люди... Божечки. Ребята, человек, который живет по всем семи пунктам, сюда не придет. Он вообще никуда не придет. Он вообще в интернете редко бывает. Вы можете это вот себе, ну, прочувствовать. Он же живет, понимаете? Он живет. Он никогда в интернете сидит. Даже 5 минут некогда. Он почту проверил, бизнес-партнерам отписал и побежал. Все. Дальше. Теперь погнали. Человек, живущий не своей жизнью. Кто согласен все-таки как-то вот все-таки поставить плюсы, поставьте, пожалуйста. Первое. Человек, который живет не своей жизнью. Человек тревожен, беспокоится и страхи бывают. Курсанты, понятно, почему пришли. Им интересно там, что я буду говорить, там, как там. Это понятно. Курсантам так простительно. Но вот все остальные говорят, о, у меня прекрасная жизнь. А сами так думают, что там дальше будет. Хорошо. Плюсики есть, хорошо. Депрессуха знаком, то есть сегодня ничего не хочется. Есть такие? Страхи постоянно. Вот страхи постоянно, это и есть оторванность от жизни. Наташа. Да, смысла в жизни нету, и что-то не очень мне тут интересно жить. Есть такие? Это моя тема поликлиническая, потеря смысла жизни, интереса в жизни. Часто. Окей. Утреннее пробуждение тяжеленько. Встаете и думаете, опять эта работа. Или опять надо выползать из дома. Есть такие? Есть. Денежков не хватает на ваши мечты. Вот вам захотелось сегодня на острова, а вы сидите и думаете, не могу сегодня на острова, а хотелось бы. Ну, болячки хронические у кого есть. Нет, жизнь интересна. И не очень приятные отношения с людьми, с миром, там трубку можете не взять, или братья думают, да твою мать, как меня это все достало, или там увидите знакомого и думаете, о, не, лучше я лесом, полем пройду, не хочу встречаться, или еще чего-нибудь там. То есть видите, да, вы нашли какие-то свои козявки. Хорошо. Ну, теперь смотрите. То, что я вас попросила написать, плюсы-минусы. Не потому, что мне это нужно, поверьте. Я все-таки каждый день это вижу, да, эти плюсы-минусы. Я вас попросила это плюсы написать только потому, что только взрослый человек может взять на себя ответственность и поставить либо плюс, либо минус, где он говорит, это мое. Да? Потому что люди не взрослые, безответственные, они боятся. Боятся плюс поставить, боятся даже чувствовать, что оказывается у них тут какая-то хренотень, и лучше это не показывать, или лучше показывать, или что делать, или не знаю. Пока не сомневаются, они ничего не делают. Так вот, все, кто поставил плюсы и минусы, я вас поздравляю. Это люди готовые поставить плюс, поставить минус, поставить точку, поставить восклицательный знак, поставить вопросительный знак. Это люди готовые поставить свою жизнь или положить ее на лопатки, так как вам хочется. Либо поставить как-то, как вам хочется. Это здорово. Я просто наблюдала, не какие у вас плюсы, минусы или цифры, а вообще в целом, будут плюсы ставиться и минусы или не будут, понимаете? Хорошо. Каждый человек рождается счастливым. Каждый. И вы родились счастливым, и ты родился счастливым, и ты родился счастливым, и ты тоже. Место, из которого надо страдануть, у человека еще не работает. У маленького человека страдальческие органы не работают. В кавычках. Наше учение, образование, воспитание в живой жизни не имеет никакого отношения. Вообще никакого. Вот хотите верьте, хотите нет.
Я в поликлинике в своей разгребаю каждый день вот у таких вот взрослых мужланов и здоровенных женщин, взрослых, разгребаю завалы детской жизни, после которых они только могут вздохнуть и сказать: «Боже, как стало легко». Понимаете, они за собой это все носят. Потому что вот учение воспитания, все там, все в надрывах, все в нарывах, все в ранках. И все это надо, с этим надо что делать? Поверьте, ребята, не пропаханная жизнь прошлого никогда не даст вам жить хорошо в будущем. Вы можете со мной поспорить, подискутировать, а я вам сейчас это докажу. Если внутри человека нарыв, какой-то, какая-то болезнь там, гнойный панкреатит. А снаружи он надевает красивое платье, штукатурится и пытается идти красиво выступить о счастье, вы сразу поймете, что у него внутри нарыв. Он это будет транслировать неосознанно. И когда сейчас у меня душа болит, вот у меня душа болит, когда я вижу, как на разных онлайн-программах, тренингах говорят: «Все херня, забыли прошлое, его нет. Давайте, товарищи, жить сами собой, все будет хорошо. Жизнь очень, это все замечательно, все живем, проснулись». Это такое вот... Да, вас, конечно, можно пихнуть, вы покатитесь, но вы остановитесь, потому что не вы себя пихнули, а вас пихнули. А кто-то повалится носом в грязь, а кто-то травму себе сделает. Понимаете? Или про осознание. Давай осознай, давай прими и давай жить. Это полный непрофессионализм. Смотрите, доказываю. Если у вас кончился в машине бензин, вы вышли из машины, осознали, что он кончился, приняли, что он кончился, но ехать вы не можете. Хотя вы приняли и осознали. Вы должны что-то сделать для того, чтобы она поперлась на ту автостоянку. Вы должны как-то это стащить. И при просто принятии осознания, если нарыв внутри, уже нарванный, да, уже созревший. Это похоже, знаете, так, на... Так вот, вы в этом не виноваты. И они не виноваты. И кто это ведет, никто не виноват. В этом никто не виноват. Потому что все ищут легких путей. Все ищут, оп, пришел к целителю, все, исцелился. А то, что он загнулся через год опять, повалился опять в ту же яму, никого не интересует. Понимаете? Так лучше быть целителем самому себе. Так вот, из-за этих воспитаний и учений человек уходит в информационную кому. Вы знаете это понятие, я уже про него говорила. Человек уходит в информационную кому с внутренними нарывами, со своими осознаниями, с лоскутами души. Вот он сидит, одевается красивенько и идет куда там, ну, в офис, делать вид, что его все хорошо, но зато рубашка хрустит на крахмалина белая. Понимаете? А вечером он весь выгоренный валяется и думает, как изменить свою жизнь, как изменить. Вот если есть офисные работники, вы, наверное, меня знаете. Вы, наверное, меня понимаете сейчас. Происходит в итоге отдаление от живой жизни, болезни, нищета и страдания. Все. Ну, это реальность, понимаете? Я консультирую всяких, и статусных, и бедных, и средних, и кривых, и косых, и горбатых, и умирающих, и живых, и малых, и лысых, и кого хотите. И у всех одна история. Пока вот нарыв не вскроешь и не полечишь мазью, не помажешь, не перевяжешь, ни хрена не будет. Вот смотрите, вы видите точку. Тот, кто знает, половина уже, наверное, знает, пожалуйста, ну, молчите. Кто не знает, что вы видите на слайде? Те, кто знает, не пишите. Ребята, новое, что вы видите на слайде? Хорошо, я буду улыбаться. Да, улыбнитесь, все, а то все сидят такие. Ну, у нас люди, они на самом деле вот такие, я вам покажу, какие. Вот такие.
подходят, у них такая на лице такая вот штуковина. И им только остается неподвижно моргать. Так, точечка, синий круг, центр круга, пункт в чем-то светлом. Хорошо. Синий кит. Ух ты! Синий круг с черной окантовкой. Кто знает, не пишите. Так, 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 еще. Все, мы это новенькие ответили. Ой, господи, что же мне с вами делать-то? А теперь, кто знает, кто прошел курс, кто знает, о чем я спросила, напишите те, кто знает. На самом деле, ответ на этот вопрос. Что вы видите на слайде? Слайд – это вот этот четырехугольник. Давай, Сережа Дручин, пиши. А, давайте, девчонки с курса, пишите, что вы видите на слайде. Да, спасибо, молодцы. Вот Саша Романов. Белое поле, молодец, Оля. Ребята, посмотрите, новое особенно. Вы не увидели пространство слайда, а увидели только точку. Ваш ум надрессирован видеть, быть, как я говорю, да, вторгнутым в точку. А вы видите только точку. Хотя вопрос был, что вы видите на слайде. А слайд – это весь слайд, то есть весь квадратик. Все перечислено. Так мы с вами живем. Мы с вами вторгнуты страдануть. А что вот тут происходит вокруг, мы вообще не понимаем. Так вот я вам скажу. Все успешные люди, действительно мудрые, они живут вокруг точки. Леша, так сделай вот так, как ты делаешь. Так. Вот так. Вокруг точки такие вот, стрелочки. А, они живут вокруг точки. А нас всех надрессировали быть вторгнутыми в точку. А все умные люди, грамотные, в кавычках умные, в кавычках грамотные, в кавычках умные, вы поняли, успешные, продвинутые, серые кардиналы, там лидеры действительно, действительные члены там какие-нибудь, да, они живут вот здесь. А 90% людей делают невротиками и живут они в точке. Все, приехали. И опять же, тут никто не виноват. Это устаревшая система по правилам, которые давно надо менять. Но пока мы с вами дождемся изменений правил, я не знаю, там, может, мы все уже помним. Может, и нет. Кто понял, о чем мы сейчас проговорили? Да, куда из точки валить? Так вот, самые несчастные люди, те, которые не знают, как из этой точки свалить, надо назвать курс, свалить из точки. Вот когда вы будете знать, как не просто свалить, а очень изящно, изящно, как это сказать, изящно протанцевать из этой точки к этому пространству, вот тогда в жизни все и получится. А, нет, стой. Подожди, Леша. Да, вот, спасибо, изящное покидание точки. Потому что все мы с вами, когда где-то чему-то учимся, хотим быстро свалить из точки. Нифига не получится, у вас эта точка опять будет тащить обратно. Потому что вы в нее вторгнуты всеми местами. Надо оттуда выторкнуться, и тогда будет нам, скорее всего, счастье. Да, лучше туда вообще не попадать. Это, знаете, как был такой случай, какая-то машина приехала, какой-то поломкой на автостанцию, у нее там что-то где-то протекало. И все кинулись ремонтировать. А, и она сломалась по дороге. Я не помню, где-то им это рассказывали, я читала, я не помню. И все мастера бросились там эту дырку латать. Латали. А тут подходит один дядька и говорит, пацаны, это все фигня. На самом деле машина не поехала вот из-за того-то. И показал с другого места, где там была эта поломка. То есть, когда сделали эту поломку, все остальное оказалось не так страшно. Потому что если бы сделали то, что текло, машина там как-то поехала, она бы взорвалась вообще, черт мать. Я там не понимаю в этих машинах, но факт. То есть, когда все кинулись, увидев точку, явную точку процесса исправлять, грамотный человек наблюдал и рассмотрел в пространстве совсем другой источник опасности. Понимаете? Так вот, когда вы начнете жить и видеть совсем другие источники, вам не надо будет кормиться у затхлой болотной кормежки, где все стоят.
и пить болотную воду. Понимаете? Это похоже на то, что все ходят по пустыне, а люди продвинутые в плане, в кавычках, сидят у источника в этой пустыне. Кто помрет быстрее, уже понятно. Если вы автоматически знаете, как изящно покинуть эту точку, вы сразу переходите вот на правый от меня, левый от вас, нет? Ну, короче, на высокие вибрации. Посмотрите теперь герцы высоких вибраций и герцы низких вибраций. Человек, живущий не своей жизнью, воспитанный в системе, верящей системе, живущий в точке, который боится свободы, не знает, как ее вообще адаптироваться к ней и живет на низких вибрациях. Однозначно, без вариантов. Тот, кто наблюдает за всем этим со стороны, живет на высоких вибрациях. Вот, пожалуйста, на каких герцах. Теперь скажите, какой человек более адаптируется к вот этому перетрахиванию современному, которое происходит энергетически вообще на планете? Конечно, тот, который на высоких вибрациях. Да, Сережа, интересное название. Ну, мне бывает такая спонтанность творческая. Я так уже наговорю, уже так наговорю, что аж потом думаю, что ж я наговорила такого? Ну. А если еще раз показать, смотрите, есть энергия страха, есть энергия любви. Вот кто-то писал, Наташа, по-моему, что я тут вся на страх. Эту картинку, наверное, уже знаете, как Отче наш многие, да? Она меня в свое время очень тронула, я поняла, в какой жопе можно находиться, в какой жопе можно не находиться. Это человеческая ДНК. Красные штучки – это волновая частота состояния. Если человек живет на страхе, то эти красные волны, такие короткие и длинные, они в ДНК активируют немного участков. Вот смотрите, там штучек 16 активируют. Те, кто живет на позиции любви, активируют в своем ДНК вон сколько источников потенциальных, когда человек может действительно раскрыться, реализоваться и прожить. Но самое веселое, что мы не знаем, что такое любовь. Мы с вами вообще не знаем, что такое любовь. Те, кто не знает, напишите мне, пожалуйста, как вы понимаете, что такое любовь? У Андрея Жилинского отрубился интернет, это тот, который кричал: «Я не невротик! Не-не-не-не-не!» Такое сопротивление, что ваш интернет отваливается. Любовь – это красота, позитив, это принятие, это глубокая тишина, это состояние души. Принимать такими, какие они есть. Теперь смотрите, все, что вы написали, это то, что вас научили думать, что это любовь. Это неправда. Сейчас у меня полетят камни. Это неправда. Не, обнимашки это вообще не любовь. Это потом уже, возможно, они будут, возможно, не будут, но это не обязательно. Не, тепло и комфорт, не. Не. Тоже может быть, Сережа, но, скорее всего, нет. Видите? Представляете? А какой у нас следующий слайд? Просто сейчас, если тему любви затронем, это вообще до утра. Давайте пойдем дальше. Вернемся потом к любви. Наташа, молодец. Вот про фасольки умница. Про фасольки, кто не понял, это у нас на курсе есть там целая история с фасольками. И вот, Наташа, да, это любовь. Умница. Если я сейчас что-то вам скажу, сильно не ругайтесь, ладно? Вы не поймете ничего, я уверена. Но вы, пожалуйста, ну, не ругайтесь, потому что кто пойдет на курс, там мы это все разберем. Кто не пойдет, лишний раз не буду голову вам дурить. Потому что любовь – это вообще не состояние. Вот вообще не состояние. Вот представьте себе. Состояние – это продукт эмоциональной системы. Эмоциональная система – это симпатический, парасимпатический отдел.
Это все эмоциональный фон, следствие эмоционального фона. Сначала эмоции, потом ощущения, потом чувства там идут поглубже. Но это не любовь. Это человеческий фактор. А любовь это не человеческий фактор. Вот когда вы заботитесь, нежно там, что там, обнимаетесь, целуетесь, что-то там еще красивое делаете, вам кажется, что это любовь. Но не это любовь. Это верхушка айсберга типа любви. Но сама любовь не это. Когда люди разочаровываются, переживают там за любовь и так далее, им кажется, что они потеряли любовь. Ни хрена они не потеряли, просто кусочек от ледника откололся и все. И вот они настолько глупые бывают в этом чувстве, что они не понимают, что любовь и никуда она не делась, и никуда она не уходила, и никуда она не приходила, и никуда она не исчезала. Да, состояние, даже вот надэмоциональная жизнь близка к любви. Эмоциональная вообще никак не близка. Ну вот, Сережа там что-то, да, попытался как-то красиво написать, да. Основные спутники людей у нас в жизни – это страх, тревога, раздражение, злость. Чтобы совладать с ними, мы всю жизнь ищем душевный покой. Мастеров, на обучение, путешествия. То есть убегаем от себя, да? А значит, себя предаем. Давайте сделаем практику. Прямо сейчас, для того, чтобы больше учувствовать, унюхать, что же такое любовь. Словите, что вы сейчас чувствуете, напишите сюда. А прям напишите так. Чувствую вот такую какашку. Все правы, конечно, все правы. В вашей системе жизнеобеспечения сейчас все правда, все правильно. Все. Тут, я тут таким боком. Напишите, что вы чувствуете. А сходу вот так. Раз. А, на раз не получается. Радость. Бато. Это не чувство, это интерпретация ума. Чувство давай. Так, Люда, интерес. Ага, ну это чувство. Недоумение. Недоумение это ум упал. У ума отключился интернет, Валечка. Еще другое чувство. Мягкость. Ага, тихая радость. Сложно объяснить. Затрудняюсь. Не поверите. Тепло и радость. Поверю на это. Чё ж не знаю. Ух ты. Слад. О, виноград. В студии. Люди там едят вообще. Сидят яблоки, виноград. Слушайте, я тут сижу. Голодная практически. Смех. Бата, чё ты там смеешься? Люди вон едят, а ты смеешься. Плакать надо, что люди едят, а мы с тобой голодные сидим. Да. Да, Наташа Филюшина, круто. Супер. Грусть, Ангелина. Ангелина, не грусти. Скоро встретимся, напьемся. Так, спокойно, безразличие, спокойствие. Угу. Как интересно. Спокойное безразличие. Как интересно. Ага, хорошо. Молодцы. А теперь посмотрите опять вокруг себя в комнате. Так вот глазками тын-тын-тын-тын, туда-сюда. И зацепитесь глазками за любой предмет, который вам чувствуется, что он сделан с любовью. То есть который вот, в котором как-то вот живая любовь есть. Вот, ну вот вы почувствуете, зацепитесь глазками. А потом станьте этим предметом, фантазию включите, сказку. И именно этим предметом посмотрите на окружающий мир. Как будто на улицу сходите, как будто его на улицу он может увидеть. Можно животное, но лучше, конечно, неодушевленное для начала. Андрюша, почему у тебя то, что сделано с любовью, только что-то живое? Это может быть все что угодно. Да, мне очень приятно, что на мои вебинары коты ходят. Ну, там, или кошки. Вечно люди пишут, что приходят коты, лягут там, смотрят, тюхают. Я даже не знаю, что это значит. Вот, конечно, это да, Сереж. И этими глазками этого предмета смотрим на мир, смотрим на себя. А потом возьмите и глазками этого предмета полностью на свою прожитую жизнь посмотрите. Можно.
Вы глазами смотрите, а не когтями, Сереж. Ты же когтями смотришь, а ты глазами смотришь. И напишите, что вы почувствовали, когда вы окинули глазами предмета, вам кажется, сделанного с любовью на всю вашу жизнь. Что вы чувствуете? Да, чудно, становится чудно. Выкидывает из воспоминаний. Почему, Дима, как думаешь? Ох-ох-ох, сказал предмет. Счастье, безразличие. Была и была. Лариса, молодец. Да, Сереж, это же так и есть. Вот царапание с прошлой жизни очень связано у тебя будет сейчас. Все было хорошо. Трудно смотреть глазами предмета. Наташа, ты вспоминай свою детскую часть, фантазию, сказку. Помните, как вы дети? Мы же детьми становились, тут же играем с игрушками, все в этой игрушке. Цветочек нюхаем, все в цветочке. Да, боишься, Дима. Дима, у тебя там в прошлом просто были очень болезненные ситуации, которые тебе ворошить не хочется. Ты вот пытаешься этого не замечать. Вот я сейчас смотрю на твою жизнь, было очень больно. Поэтому ты пока туда не лазь. Ангелина. Ага, да, Ангелина, интересно, ноутбук там прислушивается. Спокойное созерцание. Молодцы. А, это красиво все. Ага, Бетховен. Ну, становись принтером. Все, хватит уже готовить. Вообще прошлое. Хорошо. Во, Наташа, видишь, много однообразия. Ты сделай жизнь интереснее. Ничего у меня. Хорошо. Спасибо. Ну, смотрите, так как мы с вами говорили о том, что если сразу человека сделать счастливым, он может действительно отказаться. А отказаться можно разными способами. Умереть, там, разрушить все и так далее. А для того, чтобы не было много вот этих аварий, как мы привыкли в современном мире там видеть, допустим, да, там делай как я, там будет все хорошо. Я разработала совсем другую программу, человеческую. Программу, адаптированную именно к нервной системе человека. Не выдергивать его сразу куда-то там в единое пространство Вселенной. Не копошить его постоянно как-то там прошлым. Я придумала программу, когда можно изящно обойти некоторые моменты, соединить некоторые моменты. Когда можно играючи, очень интересно, отлипнуться от этой точки, сходить в это пространство, принюхаться как-то, не понравится вернуться и увидеть самому, что есть другая жизнь. Ага, почитаем. Почитаем. Так, отвлеклась. Дальше. Так вот, я читала и отвлеклась. Я создала этот курс, который уже в интернете прошел много раз, вживую прошел много раз. И он постоянно доделывается, доделывается, что-то интересное включается, целесообразно времени, которое сейчас у нас есть. Да? Так вот, я сделала этот курс как эксперименты живые участника собственной жизни. Я там участвую мало. Я там провожу человека из этой точки аккуратно в это пространство. Так вот, моя программка состоит из такого обучающего, в кавычках, курса чудеса. После каждого эксперимента вы видите такие грани себя, которые не видели раньше вообще. И после каждого эксперимента вот этот глоток живого воздуха, глоток живого воздуха, глоток живого соединения к жизни, соединение жизни, соединение жизни. И доказывая в игровой форме эти эксперименты, вы свою жизнь сами аккуратно в сопровождении меняете. Вот это наши девочки пишут, наверное, да, которые у нас были, вот они подтверждают. Группа недавно прошла, вот у нас в октябре, великолепные девочки, я просто низко кланяюсь этим душам, сердцам, как они раскрылись. Ну я дальше пойду. Подожди, Света, про свою благодарность. И этот результат, это будет ваш результат. Это не мой результат, это не я старалась.
Это вы сделали сами. Да, вас будет заносить, я не отрицаю. Глупо было бы врать вам, что все будет очень прекрасно после курса. После курса вы сможете легко справляться с теми какашками, которые будут появляться. Если сейчас вы на них можете зависнуть на года, то после курса вы за несколько минут, часов, вы сможете выйти из этого состояния быстро. То есть залипания, залипах разных у вас не будет долго. И этот результат будет ваш. Теперь результат будет живой. Если вы пойдете в свою жизнь, то результат будет живой. Он не будет надуманный, он не будет придуманный, он не будет нафантазированный, он будет живой. И вот в этом наш курс, он и отличается, ну не то, что отличается, он в сторонке от всего остального. Если во всем остальном как-то тренер там пытается создать какое-то впечатление или ориентация, надо ориентироваться на мою жизнь. Абсолютно не обязательно знать, что у меня есть, какие машины, квартиры, мужья, там, дома, дети. Какая разница, ребята? Пусть будет это у вас. Если у моих клиентов это появляется, то у вас это появится. Не обязательно думать, что есть у меня. Или что у меня какая-то суперская программа, или я училась где-то в Гарвардском психологическом центре. Да нет. Жизнь такие интересные штуки дает для проживания, но мы их не видим. И мне посчастливилось их просто собрать, чтобы вы ее сделали. Не надо делать прототип, как у меня или как я. Вы делаете сами своим творчеством, понимаете? Я очень не люблю, когда люди ко мне возвращаются на консультации, поэтому я делаю все, чтобы они больше не пришли. Чтобы они стали просто жить, наконец. У меня нет вообще такой мысли, что по 10 раз там их как-то заинтересовываешь. Да вообще нафига? Жить пора. А если я знаю, как это собрать в кучку, насмотрелась уже, возьмите, пользуйтесь. Как это будет выглядеть? Начинается этот курс у нас 22 ноября, 2 часа. Каждую неделю мы с вами будем встречаться. Каждое воскресенье. 5 встреч по Skype, по вебинарной комнате. Все записи у вас будут. Есть люди, которые мне пишут, год там назад прошли курсы, они пишут, что я начал опять проходить по записям, и у меня еще сильнее поперло, да, у меня еще офигенские результаты. Или запись есть, и я там могу там с подругой, другом пройти вместе. То есть у вас будет запись. Я ни в коем случае не запрещаю никуда больше не ходить, если вы пойдете на мой курс. Ходите куда хотите, к любым мастерам, мешайте, смешивайте. Мой курс, он можно прожевывать чем угодно. Каждому человеку я отношусь там внимательно, отпишусь каждому. Если надо, то дам по жопе каждому. Если надо полюбить, полюблю каждого. Каждого буду двигать, куда он двигается. Понимаете? То есть нет такого, что пришла ко мне группа, и я отвела и сбежала. Я выхожу через каждые полчаса в интернет и отвечаю сразу тем, кто на курсе будет учиться, быстро, чтобы он не сидел и не варил у себя какую-то сложность. То есть очень человечно у нас все. Подход игровой. Вы играетесь, и все происходит. После первой уже встречи курса у вас появятся офигенные подарки от жизни. Очень веселые, необычные, интересные. Это гарантия. То есть если вам первая встреча не нравится, вы можете сказать, все, это все фигня, отдайте мои деньги, мы отдадим, до свидания. Но таких случаев не было. И самое хорошенькое, что после курса вы не захотите никуда больше ходить. Вам станет так все понятно. Все, что в сфере бизнес-тренингов, тренингов, в сфере обучения в мире происходит, я вам расскажу всю правду. Потому что мы же общаемся, ну я же не сама по себе, онлайновики, там тренера, всякие ведущие, мы же все в куче общаемся. Мы же все переговариваемся, мы же все видим. Я это все рассказываю на курсе, не стесняюсь. Я там порой даже больше говорю, чем нужно говорить. Ну потом, если что, мы там что-то вырезаем. Но все, кто на курсе, все это слышат. Вот девочки, которые были на курсе, согласитесь, что я порой бывает всю такую кухню жизни расскажу, которую, может, и не надо было. Но зато люди знают потом это все. И, наконец, ответы на вопросы, как у вас все появятся. Как с этим справиться, как с этим справиться, как с этим. Теперь, каждому участнику, который будет на курсе,
предоставляется бесплатная консультация, моя консультация на 1,5-2 часа. Если вы пошли на курс, у вас будет обязательная консультация со мной. За одну консультацию я сразу говорю вам причины и сразу говорю, что делать. То есть одна-две консультации – это уже разруливание серьезной ситуации в жизни и глобальное вообще вид на нее. Я не люблю долго мурыжиться. У меня обычно до 4 максимум консультаций. Больше я людей не беру. За 4 консультации я даю все инструменты, иди, пожалуйста, решай теперь. После одной консультации сдвиг – это, ну, гарантированно просто. И эту консультацию вы можете тратить на всю жизнь, оставить, через год забрать, во время, как вам захочется. Да, мы действительно покажем, как это сделать, как эту жизнь себе вернуть и уменьшить эту невротичность. У младенца есть вся жизнь, он без ограничений. И вот силу младенца вы сможете оживить на этом курсе. Сила младенца – это легкость, свобода, независимость. Основные задачи нашего курса. Если вас интересует тема вампиризма, что там, донорства, все это отвалится просто, само собой. У вас невозможно будет ничего не взять, ни высосать, ни что там сделать с вами, энергию забрать. Все, это вопрос решен. Вы прекрасно знаете, как оно все восстанавливается и через куда. После курса люди не влияют на ваше ощущение себя. Никто не заберет у вас себя. То есть вы себе возвращаете свою жизнь. Конфликтовать не получается с людьми. Не, вы, конечно, можете там позлиться, но очень быстро люди отходят, моментом. Там. Полчаса после конфликта уже ничего не помню. И теперь самое интересное. Мы все, верни, пожалуйста, слайд. Мы все хотим быть харизматичными, притягательными. Такие, знаете, когда ты пришел и все, ты завладел этим вниманием. Слайдик верни, пожалуйста. Да, верни. Верни один и верни еще. Вот это. Но секрет харизмы в том случае, когда человек занимается любовью со своей жизнью. Если человек со своей жизнью не может заниматься любовью, у него нет эрекции или у него неспособность к оргазму от своей жизни, никогда не будет харизмы. Нацепите вы на себя золото, бриллианты, машины, квартиры, навешайте на себя крутых там друзей, там вообще не будет харизмы, это будет выглядеть наоборот, мне всегда жалко таких людей. Думаю, Господи, ну как так сильно обвешаться, неужели не тяжело? Потому что секрет харизмы совсем в другом. И лидерство истинное совсем в другом. Не в этом, не во внешнем. Вы станете вот таким человеком, на который просто пойдут вот, потянутся люди. Ну вот для кого этот курс, кого я приглашаю. Короче, для тех, кто хочет. Тут видите разные эти, я не буду перечислять. Гарантированные результаты. Жить станет интересно. У вас будет кнопка включения-выключения. Интересно, неинтересно, вы будете регулировать сами. Радостно. Ой, вы себе можете там замутить, потом очень всего много. Страдать долго не получается. Болячки со временем просто вас покидают, им нет смысла с вами тусоваться. Вы начинаете, самое главное, приходить к прототипу своего бессмертия. Вы начинаете понимать, в чем вы творец, в чем вы можете играться жизнью через свое творчество. В моем курсе вот мне очень это очень приятно. Люди начинают писать стихи, петь, идти на танцы, рисовать вообще какие-то невообразимые вещи. Я захожу в закрытые группы, у меня вечно челюсть отвисает. Как они так рисуют вообще? Люди никогда не рисовавшие, понимаете? Люди начинают вообще придумывать непонятно какие-то ходы-выходы в жизни интересные. Вести себя по-другому с прохожими, и люди потом офигевают, откуда этот человек взялся. Они очень легко налаживают контакты с другими людьми. Это все действительно есть. Денежки. Вы будете меньше от них зависимы, и они станут больше к вам идти. Ну, конечно же, когда вы будете встречаться с мужчиной или женщиной, вы будете дико интересны, потому что, ну, человек, который обладает всем этим, он что, он может быть неинтересным? Не может. А теперь самое противное – это цена. Те, кому нафиг не надо этот курс, все равно останетесь. Просто останьтесь с нами, это все равно интересно. Стоимость
$300 – это если человек сегодня не был на вебинаре. Если вы сегодня были и вдруг захотели, то просто аж 250. Сразу 50 сбрасываем легко. Кроме того, можно оплачивать половинами. Половина за два занятия, половина за второе занятие. То есть у нас такая система, как вам приятнее. А мы проводили эксперимент. Я брала на курс бесплатников и брали на курс платников. Мы не говорили там платникам, что есть бесплатники. У бесплатников никогда нет нормального результата. Ну, просто понятно почему, да? Уже все знают. Без денег, вокруг нас куча возможностей, вы выходите из дома, у вас возможности жизнь поменять, вы ее меняете бесплатно, не меняете. А я всегда говорю, заплатишь деньги, придется поработать и сделать конфетку из своей жизни. За свои же деньги, сделай, пожалуйста. Деньги возвращаются в любом случае, если вам что-то не понравилось. Сразу же, как только вы пикнули и сказали Тишкова, мне не нравится, я пошел. Я вам еще на телефон положу сверху, чтобы вам было хорошо. Если честно. Теперь смотрите, что еще будет весело. Ну, это то, что будет у нас 5 встреч с вами. Потом у нас потом в декабре продвинутые. Вот это вообще будет сила, кто собирается. Это вы нигде вообще аналогов не найдете продвинутого курса. Придется сверхспособности развить. Это мы написали. А, будет специальная закрытая группа ВКонтакте, где вы можете сливать любые проблемы. Я прибегу, все, что думаю, напишу. Если не напишу, напишу другие. Выкарабкайтесь в любом случае. То есть не завязните, мы раскопаем все, что можно раскопать у вас. Теперь в подарок будет вебинар закрытый у нас был «Сила намерения». Те, кто оплатит что тут, стоимость в ближайшие 2 дня, получат эту бесплатную запись мою. Так, еще что-то же получит. А, у кого сила намерения есть, секс, любовь и близость запись получит. Или вы захотите, вообще можете выбрать, кто оплатит, какой хотите платный мой вебинар, я вам отправлю любой. Пойдете на сайт, посмотрите и выберите. Сами управляйте тем, что вам надо. Да, я там написала. А, да, то есть консультация, вообще моя консультация в интернете стоит аж $85 в интернете. А получает бесплатно человек, если идет на курс. О, это я не знаю, что это. Если вам это дорого, так, интересненько, что будет дальше. А-а-а, это подписали, есть вариант заочного курса. Да, были люди, у нас брали заочный курс. Что это такое, смотрите. Это за $200, но это вот что. Это записи, ну, записанный курс чудес с самостоятельным вашим его изучением. И моя консультация не сохраняется, но сопровождение в личку вы мне пишете все вопросы, которые у вас могут возникнуть. Тут, наверное, девочка вот есть, сегодня я видела, набрала. У нее тоже результаты не отличаются, честно говоря. Хотя вживую интересно. Это заочные все привилегии по законам рекламного бизнеса. Ну, мы пропускаем это. А в конце я красивую такую штучку напишу, она мне очень нравится. Что вы родились, у вас уже высшая сила дала мощный корабль. Сказала, плавай. Там, где не можешь плавать, летай, на тебе самолет. И мы с вами сидим вот так вот за якорь держимся. Я говорю, я не знаю как. Но в то же время огромные деньги уносим в аптеку и разваленное здоровье пытаемся восстановить. Да? Так лучше восстановить его изнутри, это здоровье. Чего? Да, ну так живем, конечно, круче. Вот, поэтому, если вы, те, кто почувствовал, что ему это надо, после всего, что я вам тут рассказывала, это маленькая часть того, что я вам буду рассказывать, я вас приглашаю, буду вас ждать. Но если уже с нами свяжетесь, уже все, знаете, на этом у вас все какашки будут сворачиваться. В конце скажу, что кто это мне написал вчера? Я не помню, кто это в интернете. А, Оксанка, наверное. Мы брак не делаем. То есть я бракованное не люблю. У меня уже достаточно компетенций, чувствовалки, думалки для того, чтобы брак не делать. В бракованных у нас практически
Не было. Только если приходили с тяжелыми психиатрическими диагнозами, мы там случайно их брали, то, может быть, там были какие-то перекосы, это я вам скажу. Поэтому каждого, кто соберется на курс, я просмотрю лично сама, и если там что-то не то, если вам откажут в курсе, значит, вам психиатр. То, а так у нас таких случаев нет. Все. Кто знает, что ему надо наконец творить реальность, то его время пришло. Все. Девочки, которые были на курсе, вы тут что-то писали тихонечко. Я вас сейчас честно, откровенно поставлю в такую позицию. Не надо, ну, приукрашивать, что там все было замечательно. Напишите мне сейчас честно, что вам дал этот курс. Пусть люди просто честно, откровенно на все это посмотрят. Не надо меня хвалить, не надо там рассказывать, как все было прекрасно. Напишите честно, что вам дал этот курс. Можете какашки писать. Давайте посмотрим, поаплодируем. Мы сейчас спрятались все под стол. Думаю, нет, только не это. Куда бежать? Куда? Видите, никого нет, никому не понравилось. Или пишут. Пока пишут, смотрите. Вот эта ссылочка Леша написал в чат для оплаты, чтобы не искать потом, кому надо, нажмите, чтобы она у вас болталась. А то потом спрашивают ссылку, и мы все забываем, где она у нас вечно. Вот, это у нас еще и самая первая группа здесь, точно, Наташа Филипповна. Обновление было. Наташа стала себе ближе и к себе ближе. Всего интересного, веселого, красивого. Внутреннее спокойствие, спокойная реакция на агрессивных и харизма. Ты обалдела? Кто приукрашивает? Наоборот, я когда говорила, то и десятая часть всего, что получила, не сказала. Вот. Наташа. Гонтарева, простила. Наташа, спасибо. Да, Лена Шейн, это наш организатор. Вы можете написать и сказать, Ленка, теперь ты мне все объясни, если что, там, убеди или откажи мне. Лена занимается организационными вопросами, пишите ей. А Леша занимается оплатными вопросами, он ссылку вам бросил. Если вам надо какое-то видео найти, сейчас Оля Великанова, она бросит свою ссылочку. Если вас интересуют какие-то наши видео, она начальник по видео, она вам расскажет, где его найти. А, вот Оксана. Курс полная перезагрузка. Видела себя с той стороны, с какой вообще себя не знала. И жить стало легче, радостнее, интереснее. А что это за Люда, Дэнник? Я никак не могу понять. Люда, ты кто? Мужская девочка была на курсе. Отпала нужда в любых других курсах. Я не могу вспомнить Люду. По-моему, у меня Люды не было. Никогда. Сейчас брошу, сказала Оля. А, кстати, отпала нужда в других курсах. Представьте, сколько денег сэкономите. И ко мне больше не пойдете, и никому не пойдете, жить начнете. Давай. Твою ж дивизию. Валя, ты тут, я думаю, сижу, думаю, где моя Валя? Где? А вот она, оказывается, это Валя. Привет, Валя. Честно, Света написала. Группа по вебинарам. Ой, концерт с вами, ребята. Хорошо. Дымно. А я вам рассказала сегодня, ребята, что хотела. Простите, что задержалась. Думала, что пораньше закончим. Задайте мне, пожалуйста, вопросы. А вот любые, какие хотите, задайте. По курсу, не по курсу. Я вам отвечу. Вот 10 минут есть. Все, что хотите. А сразу вспомню, первые 2 дня, кто оплачивает подарок, выбирает любой вебинар. А все остальные не обижайтесь, если за 2 дня не оплачиваете, то вебинар не получаете. Но вы можете, у нас Лена, она такая женщина подкупная, ее можно уговорить. Леночка, Леночка, пожалуйста, пожалуйста, можно как я через 5 дней, ну как будто в 2 дня. Она скажет, ну хорошо. То есть вы будете умнее. Андрей, нет вопросов? Так, Катя, резко увеличились лимфоузлы на шее, через пару часов все прошло. Лимфоузлы это такие структуры, которые задерживают типа какую-то инфекцию. То есть, если перевести на язык психологии, что-то происходило такого, вот знаешь, как тебе казалось, что что-то проявилось как какого-то инфекционного характера, жизненного, да? А потом ты, когда прослушала, ты поняла, что это не преграда к тому, чтобы жить дальше. Это не сложность, которую надо там жевать, понимаешь? И они у тебя прошли.
Почему пока свое прошлое не лезть? Димочка. Если ты хочешь свое прошлое лезть, то, конечно же, лезь. Никто тебя от этого не остановит. Если ты хочешь грамотно туда лезть, а лучше к кому-то обратись. Потому что если в прошлом что-то цепляет, это говорит о том, что нормального потенциала для проживания той ситуации у тебя не было. И если ты не знаешь, как грамотно его, с ним туда создать и идти, то ты еще больше там можешь завязнуть. Понимаешь? Вот так отвечу. Так, Сережа сказал до свидания. Хорошо. Андрюш, встретимся, конечно. Я меркантильно думаю о финансах. Думаю меркантильно, Сашок. Сашок, тебе, кстати, давно уже пора на курс. Я тебе говорила об этом. Пройдут твои американские горки. Можно оплатить частями. Связывайтесь с Лешей, с Леной. У нас можно, девочки. Я же понимаю, что если у кого-то детки, у кого-то семьи, не так-то просто взять и выложить. Я это прекрасно понимаю. Поэтому я вам предлагаю разные варианты. Хотите за 2, хотите за 5, хотите пополам, в смысле за 2 дня, за 5 дней, хотите пополам, в начале курса, в конце курса. Но за каждую встречу, как правило, мы не берем. Мы обычно все равно какую-то сумму в начале, какую-то сумму в конце. Договаривайтесь. Да, Андрей же ходил, останься. Тоже по этой ссылке. Да, плата только по этой ссылке, да? Да. Наташа, ты кто? Мы тебя знаем или ты не знаем? Просто напиши, знаю тебя или не знаю. А можно понаглее? А, те, кто проходил курс вообще когда-нибудь? Ребята, самое же интересное, я сказала. Как я могла забыть? Вы идете в этот раз, так как Новый год, новое время там и так далее. Те, кто по вторники, вы идете за 130. Не за 150, а за 130. За 130 долларов по вторнике. Почему зову по вторникам? Ребята, во-первых, я туда там добавляю методики разные по соединению частей, по выравниванию эмоционального фона, то, что у вас не было. Поэтому, кто хочет из повторных, вот из всех там 20 групп, которые были, вы можете просто приходить повторно. У нас была на этом курсе повторно девочка. И она сказала, что повторно почему-то у нее вообще все легло, устаканилось еще круче, интереснее, глубиннее. И она прям как-то по-другому увидела все, что она раньше, это год назад проходила. Поэтому, кто хочет, за 100 с копейками приходите. А можно понаглеть о Боге и спросить? Я все продолжаю молиться, но мне кажется, что это неверно. Надо что-то делать другое, а вот что и как? Анжелочка, давай я тебе в личку отвечу, то тут надо расписывать именно к тебе. Потому что ты знаешь, что когда ты молишься, ты ощущаешь чувство как будто бы защиты, да? Как будто бы надежности. Я тебе просто лично под тебя расскажу, что делать. Хорошо? Потому что у тебя здесь случай твой. Уникальный. Спасибо, хорошо. Дочь заболела сахарным диабетом в 9 лет. Слушать курсы не хочет. Считает, что все знает сама. Вот так приходит ко мне в поликлинику с раком 4-й степени. Говорит, я все знаю, не надо меня учить. Я говорю, так оболеете тогда чего, если все знаете? Для нее стена. Ну да, Ларис. Знаете, я вам скажу жестко. Не обижайтесь на меня. Не морщите нос. Я вам скажу так. Не хмурьте бровь. У меня на курсе была девочка. Она умница. Она прошла курс и поменяла полностью свою жизнь, выбрала профессию, какую она хотела, ушла, стала работать, там женилась и так далее. Вернее, замуж. И она встречает свою подругу. А подруга работала в пути лица, но она была предпринимателем, но вся замученная работой, заботой и жизнью. И Оксана ей говорит, девочку звали Оксана. Иди, говорит, сходи вот к Тишковой на курс, ты, блин, увидишь, тебе жить станет нормально хотя бы. Проживешь хоть нормально там последние 50 лет жизни. Она, не могу, мне денег жалко там, мне там то, все, работа, не могу там закрыть там свою работу, там в этот день у меня как раз покупателей много. Ну и девочка ей говорит, иди и сдохни на своей работе раньше времени, и пусть твою жизнь проживают другие люди. Эта женщина прибежала бегом на курс,
Представляете? Это все рассказала. И она говорит, не надо было мне расписывать, как тут все хорошо. Надо было сказать, что я собираюсь сдохнуть на работе. Тогда бы я сразу пришла. Поэтому те, кто... Ларис, может, это и жестко. Скажи, что ты выберешь? Жизнь или смерть? А когда сказала, что 40 лет повождала. А потом на этом курсе эта женщина сказала, я 40 лет своей жизни ждала этого курса. Я ждала, чтобы услышать то, что вы сказали. Я чувствовала, что это так, но я не могла поверить, понимаете? Так вот ты ей так и скажи, что у тебя все, с сахарным диабетом, если обращаться к классической медицине, это все, они ее залечат и все, и кранты. Ну, проживет она, ну там ангиопатии начнутся, осложнения. Да хрена! Сосуды все полетят. Давление это будет. Зачем ей эта жизнь такая? А на таблетки дороже уйдет. Вы представляете, толковые антидепрессанты, вот ко мне женщина приходила на антидепрессантов, 1,5 миллиона одна упаковка на наши деньги. Это сколько 1,5 миллиона? Больше 500, 70, 100, $100. Одна упаковка. А их надо там каждую неделю, понимаете? И она так 3 года жила. Пришла ко мне, через полгода слезла с антидепрессантов. Жить стала. Поэтому эта цена, которую я вам предлагаю, она вообще небольшая. Согласитесь, есть очень дорогостоящая программа, и не факт, что эффективна. А здесь есть живые люди, которые вам написали, что они прошли. Есть отзывы. Поэтому тут или так, или так. Я обычно тоже говорю, иди и сдохни, так как ты жил, или так, как ты жил. Что-то я наговорила, сейчас уже пора. Сейчас скажу, Леша, подожди, что-то кто-то написал. Бывают ли обыкновенные? Бывали. А зачем оставаться мне Лена? А, это Леня. Бывают ли обыкновенные люди? Андрей, ты ж не невротик, зачем тебе сдавать? Все хорошо, там, все. Бывают ли обыкновенные люди? А мы тут невротики, мы тут о своем. Бывают ли обыкновенные люди? На кого не посмотри внимательно, все очень необыкновенные. Люда Валя, ну ты же знаешь, что обыкновенность и необыкновенность в глазах смотрящие. Это не люди необыкновенные, это ты золотая, ты наша. Это ты такая. Люди тут ни при чем. А что на продвинутом? На продвинутом. Ребята, кому надо, я расскажу вообще, чтобы у нас уши свернулись в трубочку, что будет на продвинутом курсе. Тамара Ковалева будет. Ну, то, что Лена тут уже решает. Тамара ей сказала, окей, девчонка. Межпозвоночные грыжи. Здравствуйте. Очень, вот недавно у меня в практике одни межпозвоночные грыжи были. Плюнула на них и пошла на танцы. А страх немного остался. Как с ним справиться? Видно, танцевать удовольствие. А сказали, ни в коем случае. Катюш, во-первых, надо знать, где грыжи, какого они размера, как они располагаются. Если ты вот придешь на курс, ты мне пришлешь свое МРТ. Ты же, наверное, вот делала это МРТ. Я посмотрю, что там за МРТ. Если даже нужно, вот я проконсультируюсь там с кем-нибудь, потому что мы же в одном круге общаемся всяких там людей. Вообще, я тебе скажу, что моя родственница ходила, поясничный, моя родственница ходила тоже на танцы с грыжей, и грыжи уменьшились в 2 раза. Тут самое главное, когда ты танцуешь, чувствуй так, как ты хочешь сделать это движение. Не как тебе показывают, что надо копчик сделать вот так. А тебе, может быть, его нужно сделать вот так. Но ты сделай его в своем ритме. Межпозвоночная грыжа в поясничном отделе – это очень сильное переживание по поводу денег, финансовый вопрос. Это стремление женщины заземлиться с помощью денег. То есть, если копать, то мы с тобой можем вообще накопать причину совсем другую. Как правило, болят спины у тех женщин, которым важны деньги, чтобы были обязательно пару миллионов долларов, чтобы лежало. Это, как правило, тревожные личности, которые не доверяют миру, что он их может в трудный момент поддержать. Вот это твои грыжи. Вот как только ты изменишь отношение к этому вопросу, любое возьмешь другое и будешь его иметь, у тебя начнет этот процесс сворачиваться. Но вообще есть очень грамотные мастера. Ты из Бобруйска, из Беларуси, Катя? Просто если ты из Беларуси или из Бобруйска, я бы тебе интересный вариант предложила про грыжи, но не знаю, откуда ты взялась. Еще вопросы задавайте, если есть. Украина.
Просто хороший еще комплекс подбери мышечный для своих грыж. Грамотный. Не абы какой, а грамотный. И, ну, у меня этот комплекс будет. Я вот для своих клиентов попросила. Там у меня девочка знакомая, доктор, которая очень серьезно подходит к этому вопросу. И где-то через недельку у меня будет этот комплекс. Поэтому я тебе его даже вышлю. Ты будешь делать те упражнения. Ну, Бубновский, да. Бубновский, кстати, очень хороший специалист. Неплохой. Если у тебя есть какие-то там с ним, то можно, да. Да, там, конечно, он молодец сам. Слева я себя восстановил, естественно, он делает это с другими. Но я не, нет, не Бубновского тебе предлагать, хотя другого. Мама, можно ли будет после продвинутого переселиться в другое тело? Юля, а зачем? Я не совсем поняла. Зачем? Угу. А зачем тебе переселяться в другое тело? Да, вот я хотела сказать, ты из своего создашь то, которое тебе нравится. А зачем тебе тратить энергию, сознание, переселяться? Вообще, зачем тебе? Тебе не нравится твое тело или что? Так не за что. А! На продвинутом курсе будет такая секретная техника, технология развития любой сверхспособности, которую вы хотите. Как я всегда говорю, удачливость, долгожительство – это тоже сверхспособность. Вовремя обойти ненужные углы, разговоры, ситуации, чтобы здоровье сохранялось на должном уровне. Да? И любую сверхспособность вы сможете взять и сделать себе, и она начнет у вас работать, даже как отдельная часть психики будут за это отвечать. Вы специально даже ничего для этого не будете делать, она будет контролировать этот вопрос за вас. Другие тела вам будут не нужны, потому что реинкарнируете вы тогда, когда захотите, или вообще не реинкарнируете, если не захотите. Вы можете сходить в вероятностную реальность после продвинутого курса и выбрать ту вероятность, где Земля уже все вот это прошла, и где там уже не умирают, и жить там. То есть вы можете делать, что вам захочется. Переселяться, ну, попробуй. У меня такой цели просто не было, как попереселять другие тела. А можно без чудес на продвинутый сразу. Смотрите, девочки, на продвинутый курс, если вот нет этой базы основного, потому что мы там основные понятия глубины, да, глубины Вселенной даем, будет очень непросто въехать. И смотрите, чтобы не было наоборот, да, вот так вот, не вот ровненько, а вот так, потому что оно не ляжет. Но вы можете, мы можем договориться даже просто на какую-то скидку. Допустим, вы идете за 200 на основной, вот, но какую-то часть уже проплачиваете примерно за продвинутый, чтобы мы знали, что вы туда пойдете. Мы можем договориться в каком-то частном порядке, придумать как. Но без основного можно, но я не даю гарантии. На продвинутый без основного идут те, вот кто со мной свяжется, скажет, я хочу, я посмотрю, фотографию мне пришлете и скажу, готовы вы идти или нет. Так что ты можешь, Катя, мне прислать свою фотографию просто. Я ее посмотрю, насколько ты готова к продвинутому. Я тебя опишу, там скажу. Ну, конечно, лучше по порядку. То, что мы говорили, помнишь, если рыбку из грязной воды в чистую, она может и... Поэтому лучше воду менять постепенно. Это, ну, по-человечески, понимаешь? У меня нет такой цели, чтобы заработать на продвинутом курсе или толкануть его. У меня есть цель, чтобы люди медленно это сделали. Насколько ты готова? Миома, Катенька, так прямаешь. Миома и межпозвоночная грыжа. А, тема отношений. Всем интересно сказать немножко? Если есть межпозвоночная грыжа, вопрос нахождения в деньгах защиты и надежности. Если ты находишь в деньгах защиту и надежность, то значит, что во взаимоотношениях ты ее не находишь. Если ты во взаимоотношениях не находишь, то ты не можешь до конца быть просто женщиной, настоящей женщиной. А если ты не можешь до конца всю эту женственность принять, возможно, у тебя даже части этой нет, которая в психике развернутая уже женственность, да?
то таким образом женские органы постоянно колоколят миомы и говорят, ну пожалуйста, ну обрети ты надежность и защиту в отношениях, ну отстань ты от этих денег, ну пожалуйста, ну будь ты человеком, ну будь ты женщиной в конце концов. Это первый вариант. Второй вариант, возможно, вы или ты, Катюш, там не знаю сколько лет, так и не сформировалась, ту самую женщину, которую бы ты хотел сформировать. То есть во взрослом теле еще маленькая девочка. Тоже симптом миом, и она, эта маленькая девочка, она не может зрелые отношения строить, она будет строить все зависимое. Возможно, в твоих отношениях вечная все зависимость. Там, любовь до гроба, потом там ледниковый период, ну и так далее. То есть межпозвоночные грыжи и миомы — это все вопрос на самом деле взаимоотношений. Только деньги — это за меня. Понимаете? У меня был случай миома, мумифицировалась. То есть мы с девочкой работали, она на личные консультации, правда, ходила. Нет, она в курс чудес тоже приходила. Вживую. В городе. И у нее миома мумифицировалась. Усохла. Результат лично у меня был. То есть я могу сказать, что мы с этим уже работаем. Все, да? Больше нет слов. А, я сижу. Сережка, смотри, неприятие себя взрослого. Если бы наши женщины, блин, знали, что такое взрослая, наполненная, полноценная во всех отношениях женщина, они попринимали бы ее мигом. Они знают. У нас, я заметила, женщины постоянно путают часть зрелую с хрен знает какой. И вот хрен знает какой частью они почему-то живут. А вот той истиной не живут. Они просто не знают. Кто же эти женщины воспитывал? Никто тоже мне эти вещи нигде не рассказывал и не воспитывал. Поэтому эти бедные вещи сами. О, вот она! Таня Жук, которая себе зрение улучшила после всяких наших курсов. Вот эта девочка, умная, красивая, пожалуйста, познакомьтесь. Как она это сделала, никто не знает. Зрение я нигде не обещаю, но она умудрилась за курс чудес еще зрение улучшить. Вот такие способные бывают женщины. Хорошо, да. Да, молодцы. Ну что, если вопросов нет, то мы встречаемся с вами, кто готов, на следующее воскресенье аж 2 часа. Кто готов, пристегивайтесь. Будет очень весело, очень интересно. И вас ждет такая новая 1,5 месяца жизни. Как раз под Новый год. Это вам вообще там будет с этими экспериментами весело. Танюшка, так ты все пропустила, моя ты дорогая. Мы уже все, в баню идем, уже расходимся. Ага, Андрей, спасибо, да, тебе, что ты был. Тоже. Что я пропустила? Вебинар пропустила. Какие интересные люди. А, тут еще просят почитать какую-то записку. Давайте я прочитаю. Пусть те, кто хочет получить первый эксперимент в записи, оставят свой e-mail на странице. Сейчас вам дадут страницу. На эту страничку, кто хочет уже получить первый эксперимент, кому интересно, можете написать свой e-mail, вам даже вышлют. Вы его глянете и точно поймете. Таня, страница регистрации. Так, все, все записки. В студии было 2 записки. Я благодарю всех, кто пришел и принес сюда себя. Я благодарю вас за то, как можно чувствовать людей. Это приятно. Я в нетерпении жду опять этого сумасшедшего вообще через забор на Гуза Дерещенко курса, на котором люди вечно что-то выкинут такое, что даже и не думаешь, как они вообще так могли извратить. Поэтому с тем, кто на курс, до встречи. Кто хочет что-то уточнить, пишите. Ну и вообще приходите на вебинар. На всякие ходите, на мои приходите, мне будет интересно. Кто в Бобруйске, приходите на консультацию, познакомимся. Встреча подобная... Не, уже не будет. Так, ну что, люди спрашивают. Дима, встреча уже... А зачем тебе встреча? Уже все расписала тебе, все написала, все рассказала, слайды будут, можно полистать, переслушать. Отзывы почитайте. У нас отзывы абсолютно все живые. Найдите этих людей и возьмите им, напишите, смело пишите, спрашивайте, если хотите. Читайте отзывы.
Да, Вальчик, мы с тобой на курсе встретимся, я уже знаю, уже мне уже интересно, что ты придешь. Спасибо, спасибо и вам. Ура! Спасибо. Так, девочки, те, которые были на курсе в октябре, для вас неожиданная новость. Это мне было интересно, кто сбежит, кто останется. Оксана, Наташка, Света, Анжелика, готовьтесь. Вы будете добавлены в ту закрытую группу, к новой группе в ноябре. Потому что и вы там будете играть роль, вам придется роль самих себя и с ними там общаться. Почему? Потому что вы уже инфицированы творчеством, вы уже зараженные. Вас можно подпускать к людям по-серьезному. Оксана Ковалева, тебе будет отдельная там целая такая игровая миссия. И вам придется еще потерпеть 1,5 месяца. Хотите вы этого или не хотите? Почему? Потому что девочки в октябре были очень потенциальные, и все, кто с ними будет общаться, у них, естественно, вы будете причастны к судьбам людей, так вам и надо, уже давно пора. И вы начнете сразу видеть не только, что я там могу натворить, но и вы будете творить. Вот. Так что до встречи, девчонки! Да, будет продолжение. Потому что в ноябре там придут люди, вот как я вижу, там, придут люди, надо будет, чтобы вы там побыли, чтобы вы там повеселились. Так что готовьтесь, вы будете тоже все добавлены. А кто еще думает, идти или не идти на курс? Я вам серьезно говорю. Не просто идите, а помните, что там будет не один тренер, там будет куча людей, которые уже это прошли. И вам будет так просто справиться с многими вещами, потому что эти девчонки, они маскарад не будут делать, они сделают так, как оно должно быть. Поэтому у вас там будет куча всяких тренеров в один раз просто. А, про продвинутые, про секретный, да, курс. Хотите, расскажу, или я же должна вообще-то уже в баню уйти? Иди ты в баню, надо сказать. Короче, на продвинутом курсе будет развитие сверхспособностей, будет полностью, я вам дам, как поменять свою жизнь, вообще все в ней, что вам не нравилось, все поменять. Как сделать так, чтобы у вас были самые лучшие родители в мире. Как сделать так, чтобы у вас были части сознания, отвечающие за деньги, за здоровье, вы по этому поводу вообще не парились, а просто творили, и у вас все было. На продвинутом курсе вы сможете за грани человека вообще заходить, формировать любые сверхспособности. А к вам будут из тонких миров всякие хозяины представлены, и вы будете в такой защите, что вам вообще ничего не страшно. Все? Я могу идти? Про продвинутый мы еще ролик вам выдадим и напишем еще. Подождите про продвинутый. Да ну его, баню. Так старичков обязательно берем. Там будет еще один мастер со мной вести продвинутый курс. Он будет целое занятие вести, это мужчина. Там будет очень интересно. И он вам покажет вообще глубины бессознательного. То есть очень интересно. Продвинутый курс будет стоить $400. То есть он не для всех, наверное. Он как бы не базовый, понимаете? Поэтому кто уже чувствует, что ему надо дальше, тот и пойдет. Кто оплатит до 1 декабря, что там будет? Леш, я забыла. Что-то будет интересно. А, нет, кто? До 1 декабря, там 380. 380, кто до 1 декабря. Ну, там чуть-чуть дешевле. Вот. Ну и на продвинутом курсе будет, я так понимаю, скорее всего, и бесплатная консультация того мастера, и моя там, скорее всего, что-то придумано. Так что здесь. Не, секрет, кто будет, это пока нельзя. Не говорите, кто. Это будет очень интересно. Девчонкам будет вообще интересно. Так что готовьтесь. Не, Леша не будет вести. Вы что? Нет. Леша у нас гениально по техникам. А то, по технике. А то будет мастер прямо уже настоящий. Батька. Батька. Ой,
меня еще вот в планах еще там одна девочка, чтобы провела кое-что. Ну вот посмотрим, как она решится. Или мы там подарим бесплатную консультацию в прошлой жизни, там, ну посмотрим. Мы еще думаем, 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 много всего интересного и под Новый год. Все, ребят, пошлите жить, хватит сидеть. Давайте поцелуемся, пообнимаемся, пойдем. Вообще, вы в курсе, что жизнь такая классная штука? Это просто, просто пипец. Это каждый момент вообще непонятно что. Поэтому делайте вид, что вы живете, что вы серьезный, умный, с образованиями, но в то же время не забывайте жить. Все, пока. Я пошла. Я по-хорошему ушла. До встречи. Все вопросы, Лена, Леша, там, хватайте их, что хотите с ними делать. Моя задача прийти и рассказать все, что я думаю.